Всем привет! Сегодня на обзоре вот такой набор. Я решила побаловать себя на 8 марта и заказала его. Вот, так как я сейчас делаю изделия с тиснением, с разными словечками, фразочками смешными, ну и не только, также можно на заказ что-то заказать, любое слово там или фразу. Вот, и заказала вот такой набор. Удобный чехол с магнитиками. Вот, здесь отсутствует, это я уже набрала, чтобы теснить. Покажу на примере, как это будет выглядеть. Набор состоит из трех гласных и двух согласных. Также есть цифры в двух вариациях. Точнее, не вариациях, а по две цифры. И есть еще дополнительные символы. Вот, также есть пробелы. Это русский и английский. Также есть наборные платформы. Ну, или как правильно называется, я не знаю. Вот, здесь откручивается винтик. Очень легко все ездит, удобно. Просто вынимаете и ставите слова, ну, естественно, зеркально. Фразу, какая вам нужна. Далее закрепляете. Здесь также есть рисочки. Удобно, в общем, отмерять центр. Вот, например, я уже собрала фразу, которая мне нужна, которую мы сейчас будем теснить. Отцентровала, то есть мне останется только прочертить линию, чтобы я видела, что я ровно отпозиционировала это. Что ж, давайте попробуем. Я подготовила, будет у меня новинка, такой небольшой кошелечек, здесь будет молния, решила попробовать, такой у меня еще нет, есть кархолдеры, но сейчас пример покажу, вот это мой кархолдер, с которым я хожу, очень удобен, здесь денежка вылезает и карточка. Вот, а это будет, здесь будет молния, сюда влезает пополам сложенные купюры и карточки, соответственно, ну и мелочи, если захотят использовать как монетницу. Дальше я, наверное, сделаю еще здесь такую петельку под кольцо металлическое. Наша задача сейчас намочить такое же растительное удобрение, на ней лучше всего теснить холодным тиснением. Сейчас я намочу, обозначу, где у нас будет надпись, и пойдем теснить. Друзья, сам процесс, как я сейчас это делала, не сохранился. Я просто не нажала кнопочку play, так что спохватилась поздно и оттеснила. Ну, в общем-то, результат, вот он. Я им очень довольна. И хотела сказать, что маленький лайфхак, чтобы легче оттирать ручку. У меня белая ручку от кожи. Лучше сначала ее смочить. Ну, это касается, если у вас теснение какое-то. И достаточно быстро надо успеть стереть это все ластиком. И тогда никаких следов не останется. Самый обыкновенный ластик. Едва касаясь, я просто стираю ручку. Вот верхний пигмент стерся, и после покраски его вообще будет не видно. Вот, а на этой стороне я хочу оттеснить свой логотипчик. У меня есть тоже латунное клише. И давайте хотя бы клише я покажу, как делается. Ну, в общем-то, с наборной платформой все делается точно так же. Позиционирую по разметке, смотрю, чтобы правильно было все повернуто. Все. И отправляем под пресс. Несколько секунд держу. И отпускаю.
И, собственно, вот что. Фокус получилось. Также быстренько стираем разметку. Все. Ну и, собственно, сейчас я покрою это винтажной пастой. Все. И когда сделаю уже кошелечек, покажу вам, что получилось. Так, ну что, вот такой кошелек у меня получился. Мой логотип. Я им очень довольна. Небольшое полукольцо здесь. При желании можно пристегнуть карабинчик с каким-то хлястиком. Единственное, что я не сделала, это вот сюда какую-нибудь кожаную висючку. Но это я сейчас сделаю. Так, по вместительности. Размер 12 на 8. Немножко просчитала с размера молнии. Следующую я буду делать чуть побольше, наверное, на сантиметрик, потому что я что-то так считала, что у меня при открытой молнии должны на карточке входить тютелька в тютельку. А они, ну, чуть-чуть не входят, поэтому я здесь сантиметрик добавлю. Будет 13 на 8. Карточки все равно умещаются, но вводить их нужно немножко под углом. Вот так. И сложенные купюры тоже прекрасно входят. Также можно использовать просто как монетницу. Я считаю, получился такой симпатичный состаренный кошелечек. Ну, в общем, в том стиле, в котором я обычно работаю. Ну, буду менять фразочки и попробую сделать серию. Вот, если есть какие-то идеи вдруг, какие-нибудь всратые такие вот фразочки, это фраза Ольги Бузовой. Еще я придумала, что здесь вот из мультика старого, кто помнит, маловато будет. Ну и всякие там, может быть, какие-то мотивационные еще фразочки. Но если вдруг у вас есть какие-то идеи, в комментариях давайте обсудим. Мне кажется, это прикольная тема. В описании я оставлю ссылочку на набор, где я приобретала алфавита, и свои ссылочки тоже там. У меня есть магазинчик на Озон, недавно открыла, и магазинчик на ярмарке мастеров. Вот. Всем спасибо за просмотр. Рада, что вы смотрите мое видео. И следующее не так далеко, потому что есть идея. Пока!